Liebe Zuseher, wir begrüßen die beiden Mannschaften Kamerun und Russland zur zweiten Halbzeit hier in der Red Bull Arena. 0:0, wir freuen uns auf weitere 45 spannende Minuten. Привет, я нахожусь в Зальцбурге на стадионе центральном. Я недавно проходил чемпионат Европы. Добрался сюда с небольшим опозданием на 20 минут. Но тем не менее я посмотрел часть первого тайма. Сейчас меня один добрый человек из Москвы, болельщик Спартака и города России, угостил вот таким вот несучком. Я сам не напрашивался, но угостил. Посмотрим еще второй тайм. Очень интересно, чем закончится. Он, собственно, наша команда. Они уже потренировались. Сейчас начнут второй тайм. Кого-то уже меняют. Наших болельщиков довольно много. Я тем временем полезу наверх, все-таки сверху лучше видно.